прогревается реактор, лишний пар выходит наружу, и знаешь, как и гук. Будет, будет долго. Если рядом, где кушай, залазывай. Я в 92-м году переехал сюда жить. А мне в городе не нравится. Что мне там робить? На 8-м этаже воробьям дули давали. Ну что можно сказать? Я, кто Петро Артемович, житель села Новые Апачичи, участник ликвидации на Чернобыльской АЭС. Кто меня знал, то говорили, что работяга. Ну, я же работал, я же ездил на Белазе до 28-тонном. Я еще четвертый реактор засыпал щебнем. 80 год прожив, как будто не жив. Работа, работа, работа. После войны такая была жизнь. Ай-яй-яй-яй-яй. Сыруха ты моя, а? Без батька всю жизнь прирос. Куску хлеба рад был. Это моя дружина. Ее зовут Надежда Ивановна. Это же она меня и сбила, что Надежда. Что надеяться надо. Горячий характер был. Так я уже привык. Я вот тут пришел, хлопаюсь. Сам. Тоже уже. По молодости был. Вот 50 было, 60. Так, потом будешь снимать. Давай садись к картоплю попробуй. Дедову. О, набрал. А набрал. На. Восемь. Най восьмерку. Ох, па, на восьмерку. Девятку. Най девятку-то. Ай, ёлки, зелёнка. Гуляй. Приехали в отпуск. 77-м году. Нам понравился город Припять. И мы решили переехать жить. А тут я не помню, что это. А тут, это самый центр. Вот это здание. Площадь. Дома все новые, красиво было, как деревня. Все красиво, понимаете, красиво было. Особенно детские сады, тоже красиво. Магазины. В Припяти было на последнее время 55 тысяч населения. А тут что-то вот там дальше. А це две, оце и це 16-этажка. Ну я в этой живу, в этой. Да-да, в этой 16-этажке. Улица Курчатова шла вот так, а Лазарева шла вот так.
кругом цветы посажены, клумбы, цветы. По дороге идешь, и цветы рядом. Считай сразу город и атом. Мене отозвали з отпуска, було дано указання вивезти дітей. Я вже в то время на автобусі робив. А потім вивозили тільки на атомну станцію робочих. А це три автобуса у нас було. Включаємо світ і поїхали к атомному. А там їх садили в БТР, і в БТРах вже на станцію вийшли. Це десь кілометрів 5-6. Не знаю, правда или нет, начальник наш АТП говорил, что там возле реактора, что хлопцы там 1200 РНЕ. Чернобыль. Було красиве було город такий. Що ж тут смотреть? Цвіти були, а тепер джунглі. А що не джунглі? Джунглі, ти посмотри-ка що. Зараслі тут. Джунглі. Орлівка. Замоше. И аллея аж вон куда тянется. Ну, по Ленина будем переходить туда? До 16 этажки попадем, не? Ну, я думаю, мы подъедем до неї так аккуратно. Там просто теж якби, ну, сніг і... Да и часу у нас небагато на все. Да, щоб хоч так. Рядом же вон дом. А тут ни разу не був. Це некогда було. Ну, от этот вот. А ну-ка я пройду гляну. Виноград живой чи ні? А от мой дом, в котором я жив. Баба, привет тебе. З нашого старого дома, з Прип'яті. Ай-яй-яй-яй-яй, я вже не визнаю.
Привет! Уже сюда никто не заеде. Садили виноград, а його нема. Засох виноград. Так у ветки. Так же. Слушай, сынок, тут не знаешь, уже такие места, что не знаешь ничего. Все позарастало, джунгли. Сынок, ты говорил, что дом сфотографировали. И меня даже сфотографировали из дома. Давай, пока. Як вони говорили, що должен набрати на себе 25 рентген. А ми набрали десь більше 60. Я не знаю, як це ми ще так. Вже давно багато кого наших нема. Саме основне пережили те страшне, яка була аварія на Чорнобилі. Коли ми, не жалея свого здоров'я, спасали весь мир. Весь мир ми спасали, ліквідатори. А тепер ми забути, нам нічого нема. Це у нас канал то був, а там ще канали є, теж копали. Так що я потрудився тут. А воно вже було повністю залите все. І вода тут пар йшов, кипіло все, вода. А риби сколько было тут? Це вже не Прип'ять, то слушай-ка, зеркал нема. Воно валяється розбите все. Ну і ще, слушай-ка, не всі обої відпали. 30 років ще не висять. А де ж мій Мурчик? Мурчик! Замінило таксі. Найдік. Мурчик, іди. Мурчик, иди сюда, иди. Иди, мой котик, мой котик. А что не мурлыкаешь, а? Ты же хозяина любишь. Ты же не муркни, ну. А что, полюбуйся, який дед тебе. А ты не видал тебя? Конечно, а где ты видела? Сколько лет? Та взагалі-то на судьбу то не треба крепко жалуватися. Живемо. Благополучно все. Дітям допомагаємо. Що, щастя такого в грошах? Для грошей мене вистачає. Да, живемо. Живемо, а що? Мурчик. Така бомчета. Не можно. Я слышу, как нас замучит с бабой. Извините.
Мы выходим, уже на врачах.